Привет, друзья. Такая тема. Скоро выборы, а я не определился, за кого голосовать. Кандидатов 39 человек. Я в замешательстве. Один другого хуже. Сейчас хочу выйти на променад, пройтись по Крещатику, посмотреть, послушать, что говорит народ. Поехали. За кого голосуем? Порошенко. Нет, Тимошенко, я пошутил. Жить пошутил? Ну вы же видите. А, ну да. Нет, нас это что, паспорта выдают? Программки, да. Паспорта, нифига себе. Ну ладно, давайте. Паспорт. Паспорт. Заграничный есть? Да, да. Да, спасибо. Пожалуйста. Вообще, а гречка когда будет? Да зачем мы на вам там? За кого голосуем? Пожалуйста, Гриценко. Гриценко. Встайте, определяйтесь. А кто это такой? Я, Сударь, бывший министр обороны. А календариков нет? Нет. Да я, что это такое? Я с удовольствием вам предложила. Да кто же за него голосовал? Предложила. Без календариков. Ага. За кого голосуем? За Порошенко. Порошенко? Да. Держите. Обещаешь? Обещаю. А что? Вот программа его. Давай расскажите в двух словах, чтобы не напрягаться. Это что, вы снимаете? Нет, конечно. А вот, расскажи, что он зробив, что зробив, знаете? Якесь досягнення для вас найважливішим. Збереження незалежності України в умовах війни з Росією. Безвіз, здобуття підтримки, відродження української армії, децентралізація, створення незалежної православної церкви України та отримання Томосу, створення антикорупційних органів. Ну все это хорошо, замечательно. Я за все пункты. А якщо два, то які? Два? Да, на ваше усмотрение. Як ви вважаєте, яким є найважливіші завдання після переобрання Петра Порошенка? Подання заявки на вступ України до Європейського Союзу, боротьба за відновлення територіальної цілісності, якісні зміни в економіці, створення ефективна боротьба із корупцією, розбудова якісних доріг, підвищення рівня життя кожного українця і забезпечення порядку. Я за все. Як ви ставитесь по п'ятибальній системі до Петра Порошенка? 5 – це дуже добре. Ні, на 5 мені тянет. На 4? На 4-ку, може бути. То ви є прихильником? А? То ви є прихильником? Ні, я в замішательстві, їх стільки багато, я навіть не знаю, що робити. Да. Изучайте. Ага, хорошо, спасибо. О, а что тут? Знаю. Календарика нету? Календарик за анкету. Давайте заполните анкету. Вам позвонят и спросят. Да не, звонить, напрягать. Что нам обещает, Юля? Обещает нам, что мы изменим курс от бедности, уже перейдем. Да? И более... Все будет класс? Там программа есть. А. Там все, во всех областях, коротко, четко так написано. Да? Да. Все будет класс, да? Все будет отлично, все будет хорошо. А гречки нету сегодня у вас? Нет. Ну хоть перловки дайте, я смотрю, у вас сумочки там есть. Что? Хоть перловки полкило дайте. Перловки, там у меня бутерброд, вот сейчас пойду перекушу. О, дайте бутерброд хотя бы. Серьезно, блинчиком могу угостить. Читайте перевод. Читать надо, да? Да, я думал, вы расскажете. Да? Вот елки-палки. Хорошо, что там? Есть программа, есть все. А, есть, да? Да, конечно. Хорошо, спасибо, да. Паспорт. Паспорт? А загранпаспорта нету? Это же загран, видите? Загран, да. А парочку можно на предъявителя? О, спасибо. Это еще дом, как и я. Ага. Мерси. Хорошего дня вам. И вам спасибо. Юлька? Она самая. Ну, а что она рассказывает? Что хорошего? Ну смотрите, внутри такой газетки вы видите да. Масочку. Написано зобов'язання Юлії Володимирівни перед громадянами України. Написано, как бы, все, что она обещает делать. А в двух словах, чтобы так сильно не напрягаться? Мы будем использовать свой газ, а не покупать за границей. А, получается, высшие зарплаты будут медикам, учителям. Будет бесплатное образование. Выше, больше бюджетных мест будет на вышку. Ага, понятненько. Она будет пытаться прекратить войну на сходе Украины. Понятненько. Хорошо, спасибо.
И что такие права стоят? 20 гривен. Всего-то? Да. Туалетная бумага почем? 30. 30 гривен рулончик? Что так дорого? Руками рубим. А, руками? Ручная работа. Зарплаты поднимутся, да? Новый курс Украины. В двух словах все коротко, ясно, все написано. Дайте мне газету. Возьмите, почитайте. Спасибо. Очень коротко, все по пунктам. До 23-го года обещают вступить НАТО и Евросоюз. До 23-го? Да, конечно. Первые партизаны. Мерси. Юля. О, свидетели Иеговы, да? Так, и что же мы имеем? Пенсионер Анатолий Гриценко. Что вам сказать? Я сам пенсионер. Человеку, который дожил до пенсии, на все наплевать. Все пофиг. Поэтому этого товарища я всерьез не воспринимаю. Остается Юлия и Порошенко. У бабушки Юли стопочка немножко меньше. Нет календариков, нет ручек. Сплошная макулатура. Но бумага более высокого качества. У Порошенко стопочка немножко больше. Есть календари. Всякая разная макулатура. Паспорта граждан Украины. Нужно только лишь вклеить свою фотокарточку. И все будет окей. Два кандидата, это немножко легче, это меньше, чем 39. Но все же я в замешательстве. Возможно, кто-то напишет в комментариях, посоветует, за кого голосовать. Но просьба не разводить срач на моем канале. Зеленского не предлагать. Клоун-президент у нас уже как-то раз однажды уже был. Разграбил страну и сбежал в Россию. На этом все. Всем спасибо, ставим пальцы. Встретимся на выборах. Всем пока.